В военных учениях в Крыму принимает участие более 10 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Задействовано 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники состава общевойскового объединения Южного военного округа Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В ходе активной фазы учений отрабатываются задачи нанесения ракетно-авиационных ударов и их отражения, применение беспилотников и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.